Подъехал я сейчас на выезде уже с улицы в Потеряевку. Вот висит тут табличка. Видно храм рядом. Тень от него. Там дальше, видать, по улице Романова машина. И вдруг что-то гудит. А тут такая вот техника стоит, мощнейшая. Я решил заглянуть, что тут делается. Это как раз пруд, он совсем без воды был. А сейчас вода есть, видимо, воду закачивают. Как мне кажется, поля обрабатывают. Может быть, с отравой какой. Польза от наших прудов. А Виктор Николаевич идет вдалеке. А это вот именно. Вот так. И вот по этой трассе тут проезду не было. Возможности никакой. Были даже против. А сейчас прямо вот, конечно, один гравий. Асфальта тут нет и нельзя его тут. Потому что удавливания грунта не было. Просто давили его. Ну вот так. Завтра, может, начнем мы первый мостик подготавливать к приезду бульдозера.